Город воинской славы – это почетное звание, присвоенное городам Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитником города в борьбе за свободу и независимость Отечества. Всего городов России 45. Всем привет! Вы на канале Мисс Полли. И сегодня у нас новое видео, необычное видео. Как вы уже узнали по заголовку, оно посвящено монетам воинской славы. Монетный двор Российской Федерации выпускает монеты с изображением на обратной стороне городов воинской славы. Поэтому сегодня мы поговорим о этих монетах. Вот у меня представлен вот такой альбом с этими монетами. Давайте же мы снимем обзор этих монет. Поехали. Так. И вот тут такие ячейки у нас. Из этих ячеек мы вытаскиваем. И из этих ячеек мы вытащили всю мою коллекцию. Всего у меня представлено пока 36 монет, но они не повторяются. Давайте же посмотрим. Так, какую-нибудь монету. Ну, например, старая Русса. Не знаю, будет видно. Простите, но у меня плохое качество. И ничего не видно. Старая Русса. На них изображен герб города. Кому видно герб хотя бы? Старая Русса подписана. Давайте посмотрим что-нибудь получше. Петрозаводск. Город Петрозаводск. Простите, очень плохо видно. Хотя камера 16 мегапикселей. Вы спросите, где же брать эти монеты? Покупать, заказывать? Но я скажу, их можно получать при покупках. Например, приходите в магазин, даете деньги, вам отдают сдачу. Вам могут дать вот эти десятки. И вам может попасться коллекционная монета. Этими монетами потом можно расплачиваться. Но, конечно, я их коллекционирую. Кто коллекционирует тоже эти монеты, пишите в комментариях. И кому интересно стало, и кто первый раз узнал из моего видео, что есть такие монеты. Мой город, в котором я живу, это город Тихвин, у него тоже есть звание «Город воинской славы». И поэтому мы можем посмотреть про мой город. Давайте же посмотрим. Вот мы посмотрели мой город Тихвин, город воинской славы. Я с вами прощаюсь на фоне уточек и Тихвинского монастыря. Я была рада снять для вас обзор. До скорой встречи в следующем видео. Ставьте лайки. И не забывайте подписываться на канал Мисс Полли. Ведь скоро у нас конкурс. Уточки. Goodbye. Вы были на канале Мисс Полли.